Привет! В этом видео я хочу рассказать про кубик Рубика 2 на 2 Mafang VCA и его старшую версию с магнитами Mafang VCA Magnetic. Прежде чем я начну, огромная просьба поставить лайк ролику и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Это очень поможет продвижению канала, и большое спасибо! Данный обзор будет также в формате экспресс, то есть быстрый обзор без глубокого анализа, так как вам очень понравилось предыдущее видео про GAN 2 на 2. Если вам нравится такой формат, обязательно пишите об этом в комментариях. Оставляйте положительные отзывы. Также буду рад конструктивной критике. От этого зависит, будут ли такие обзоры появляться в будущем. Взяв в руки кубик 2 на 2 Mafang VCA, я был приятно удивлен. Кубик легко и очень классно вращается, мягко и очень быстро одновременно. Ничего не заедает и не разлетается. Даже нет намека на заедание. Настроен и смазан с завода идеально. Отличия во вращении магнитного и немагнитного есть. Mafang VCA, который без магнитов, на порядок быстрее своей старшей версии с магнитами, так как магниты тормозят кубик, но при этом дают ему намного больше контроля. Сопротивление магнитов при вращении хорошо чувствуется. Я собирал каждым из этих кубиков. Получается приблизительно одинаковое время. Лично мне подойдут оба эти кубика, но я считаю, что новичкам, у которых не очень много опыта, стоит покупать магнитную версию, так как будет гораздо проще уследить за столь быстрым кубиком. Как сказал мой один товарищ, кубик не должен быть быстрее своего владельца. Сначала нарабатывается правильная техника, а только потом нарабатывается скорость. Внутри кубиков находится бесцветный оригинальный пластик. Насколько я знаю, его ошибочно называют премиум пластик. Таким пластик получается при производстве в первоначальном виде, и только потом с помощью красителей становится другого цвета, черным, белым и так далее. Цвет не может определять премиальность. Премиальность может определять только состав и обработка пластика. Знаете, если вам говорят, что кубик из премиум пластика и он такого цвета, вас скорее всего дурят маркетологи. Комплектация. Про комплектацию каждого из кубиков говорить практически нечего. В нее входит кубик, инструкция и коробка. Коробка самая простая, из белого, но качественного картона с окошком из оргстекла. Инструкция тоже самая обыкновенная, для начинающих традиционно на китайском языке. Я считаю, что такая бедная комплектация компенсируется отличным кубиком, который совсем не хочется выпускать из рук. Из коробки кубик крутится приятно. Углы срезает максимальные. Еще не видел кубика, который срезает большие углы так же легко, как этот. Вперед срезает 45 градусов, а в обратную сторону около 30 градусов. Это прекрасные показатели. Магнитная версия крутится так же хорошо и срезает такие же углы. Цена магнитного кубика составляет $20, а не магнитного $15. Очень качественные кубики. Отличное качество соответствует столь демократичной цене. Расцветка у кубиков очень яркая и сочная. Все цвета отличимы. При этом нет каких-то вырвиглазных цветов. Размер кубика составляет 50 мм. Это классический размер для кубиков 2 на 2, который отлично прижился среди спидкуберов. В целом кубик получился классным и очень мне понравился. Рекомендую всем, кто хочет себе крутой профессиональный кубик. Пожалуй, это если и не лучший, то точно один из лучших на данный момент среди всех 2 на 2. Mafang вообще в последнее время очень радует качеством своих головоломок, неважно будь то какой-нибудь дорогой Valk или бюджетный Megaminx. Если вам понравилось данное видео, оцените его лайком и подписывайтесь на канал. Как я уже сказал, это очень важно для развития канала. В планах много разных видео на тему головоломок и обучающих материалов. Также подписывайтесь на другие соцсети, группу ВКонтакте, новоиспеченный Телеграм-канал и Инстаграм. Уверен, что вам понравится. Данные кубики вы можете приобрести в интернет-магазине ProCuber. Все ссылки будут в описании под видео. Предложения, пожелания или вопросы пишите в комменты. Я регулярно их читаю и отвечаю. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели. Пока!